Глава автономии Евгения Гуцул отметила важность поддержки людей с ограниченными возможностями и создания для них всех необходимых условий. Конечно, хочу отметить, что мы не должны ждать данных праздников, данных дней, а всегда должны уделять внимание. И, конечно, со стороны моей команды, исполкома, мы все сделаем для того, чтобы дети с ограниченными возможностями, люди с ограниченными возможностями имели комфортные условия для того, чтобы и передвигаться по своему населенному пункту, ну и, конечно, имели материальный достаток. Поэтому с нашей стороны мы все сделаем для того, чтобы эти условия были реализованы. Реабилитационному центру была подарена морозильная камера. Кроме того, всех детей порадовали сладкими угощениями. Руководитель детского реабилитационного центра, дающий надежду муниципе Чедарлунга, Любовь Иванчева, поблагодарила Башкана Гагаузи за оказанное внимание и заботу к детям. Хочу передать от имени родителей за такое внимание, за такие щедрые сердца, которые, несмотря на то, что сегодня выходной день, как недельный, все, скажем, ждут этого дня, чтобы провести со своей семьей. Но наш Башкан и все представители, которые были с нами, они были рядом с нашими детками и поздравили наших детей с этим прекрасным днем, с решением 3 декабря, как люди особые возможности. Международный день людей с ограниченными возможностями отмечается во всем мире ежегодно 3 декабря в соответствии с резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 14 октября 1992 года. Основной целью Международного дня людей с ограниченными возможностями является защита прав таких людей, расширение их возможностей участия в жизни общества. Олег Дулоглу, Леонид Арфанос, ГРТ Новости.